Привет, земляне! С вами, как всегда, Андрей Доцент, и это «Чужие против хищника. Эволюция». Мы продолжаем, и сегодня у нас будет кампания за чужого, а вернее, чужехищника, берсерка. Ну что, давайте посмотрим, что у нас там будет за миссия. Ну-ка. А миссия у нас такая. Спускайтесь вниз по туннелям канализации и попадите в личные бараки, я не знаю, этих десантников, которые могут защищаться, поэтому сорвите со всех металлические всякие там бляхи и уничтожьте все, что встанет на вашем пути. И ничего не должно угрожать АПЦ. Что это такое? Когда вы все это дело откроете? Ни один NPC не должен угрожать. Ну, понятно. Ладно, ну что, давайте посмотрим, что у нас там получится в конечном итоге. Так, загрузка. Ух ты, ё-моё, слушайте, чё-то мне это вообще не радует. Нам чё, придётся от этого линять? Да что ж такое, чё ж так по ушам-то бьёт? Ты ё-моё, а? Караул. Рекомендованное, что там у нас? А, рекомендованный хвост какой, хвост воина. Не-не-не-не. У нас все. Когда ваш метр ярости полон, вы сможете запустить режим ярости. А где этот режим ярости? Хер его знает. Ну да ладно. Кстати, вот, собственно, наш, новый главный герой в компании за чужого. Выглядит он несколько необычно, даже какого-то хрена немножечко летает по воздуху, ну да ладно. Что у него имеется из вооружения? Имеется у него, собственно, когти и хвост. Ну, стандартные атаки у нас, в принципе-то, какие? Так. Это, понятно, на силу. А, вот эту вот атаку, кстати, круговая, вообще вещь. Она прямо позволяет и пополам рубить, и по радиусу конкретно всех там задевает. Ну, в общем, убойная тема. Так. И атака зарядкой. Ну да ладно, в принципе, это стандартные атаки, они ничего такого не дают. Чего не скажешь о атаке хвостом. Она может быть и помедленнее, но урон и радиус просто колоссальны. Во-первых, атака зарядкой. Протыкаешь врага и бьешь его потом еще об пол. И работает это практически всегда, в отличие от копья хищника. Плюс ко всему, у него, естественно, имеется стандартная серия атак, которую можно дополнить атакой усиленной. То есть, допустим, это вот у нас раз атака. Потом, типа, такой подкат. И самое убойное с самым большим радиусом действия. Во, вот эта вот атака, это вообще... Все, кто рядом стоит, пополам рубит хвостом только так. Ну, естественно, скорость какая-никакая. Хотя, конечно, кажется, что он дерьма объелся, еле-еле двигается. Но, тем не менее. Можно прыжками передвигаться. Причем у меня вкачан прыжок, я могу прыжками урон наносить, просто пролетая рядом, что, естественно, тоже очень здорово. Ну что, куда идем-то? Сюда? Ну, давайте. Тут... Ох ты, елки-палки. Так. Давай. Сваливай. Так. Господи. Что происходит-то? Я ни хрена не вижу. Ой-ой-ой-ой-ой-ой-ой-ой-ой! Ни хрена себе я провалился куда? Фарт-то какой! А куда идти-то? И, кстати, у меня же есть подсветка каких-то зон секретных. Вопрос только в том, где они? Какие нахер зоны? Это что? Это куда ведет? Это... Ага, собственно, сюда же мы и пришли. Нет, давайте-ка будем вот сюда двигаться. Смотрите, тут зеленым прям так подсвечено. О, наконец-то. Показывает, что как бы туда идти. Ну а что здесь-то тогда? Может быть, что-нибудь найдем? Как оказывается, выяснилось в предыдущей серии. Тут есть в игре секреты. Да что ты... Это что это такое сейчас было? А, ну если зажимаешь... Если зажимаешь, то да, он как бы прыжок такой делает. Ну да ладно, погнали. Крошить теперь одно удовольствие противников здесь. Ну что, кто-нибудь появится? Мне хочется уже замочить кого-нибудь, ей-богу. Так. Господи. О, вот и жертва.
Ну давай, прокол. Ах ты черт, а. Так. Есть. И раз. Опа-на, на, нормально тогда. Так. Есть, пополам рубанули. И еще одного. Опаньки. Блин, хотелось добить. О, кстати, смотрите. Думает, что невидимый, но с чужим не проканает такого, да? Так. Что мы можем сделать? Ну, у чужого добивания стандартные. Очень стандартные. И раз. Кстати, вот если отпустить кнопку, то он не сделает второе добивание. Самое что интересное. Как ярость-то активировать, елки-палки. Господи, музыка такая играет, обалдеть. Как будто на меня тут целые армии врагов идут. Ну тут бы, кстати, знаете ли, я вот проходил испытание, где там защищать яйца надо было. Всего лишь только одно испытание. Самое первое за чужого и за хищника. Ну, с целью, чтобы прокачать персов. И там врагов поболее было. Ну вот при нынешней прокачке это самое лучшее, наверное, я так полагаю. Да и по цене, как бы, прокачки. Это ясно становится. Данный чужой... Данный его подвид. Самый убойный. Опа-на! Пополам рубим. Есть, вообще здорово. Опаньки! Опаньки! Ну давай! Плюй! Все. Заплевал я его до смерти. А куда идти-то? Могу лицехватов призвать? Ну, лицехваты, знаете ли, я вот их сначала вкачивал, чтобы... О, смотрите, там что-то есть. Куда нам идти? Ага, туда. Я сначала вкачивал, думал, они как бы помогут. А против андроидов-то они бессильные? И поэтому такая вот, знаете ли, ситуация получилась несколько неприятная, когда я все очки вложил в лицехватов, чтобы быстрее как бы расправляться с противниками, а там они от дроида вышли. Никакого это эффекта не возымело. На самом деле. Кстати, против огнеметов у меня же еще сопротивление, я и забыл. Интересно, вот у него скорость плюс 100% при полном сете. Господи, если сейчас что-нибудь убрать, он что, вообще еле двигаться будет? Но, походу, претарианцы гораздо медленнее передвигаются. Да нет, в принципе, так-то пойдет. Но это чужий хищник, он помедленнее, чем чужой должен быть, оно-то и понятно. Но гораздо сильнее. Тем более, именно этот подвид. Вот этот вот, по-моему, только в этой игре есть вообще. Я точно не знаю. По крайней мере, я только здесь его встретил. Именно вот подвид чужого хищника... Чужой, который появился из тела не просто хищника, не обычный пределиан, а именно из тела хищника-берсерка, который был в третьем фильме про хищников. Да елки-палки, вы что, опять что ли предлагаете мне? А, смотрите, он не видит ни хрена. О, смартган. А я сейчас так сделаю. Опа-на! Все. Да чтоб тебя. Вай, вай! Кстати, с прыжками классно, вообще обалдеть. Ну что, сюда что ли? Я так полагаю, мы там не сможем до него добраться. Ну и хрен с ним, собственно. И у чужого, кстати, прокачка подороже стоит. Гораздо. Ну и получаешь ее, в принципе, побольше. Ага, уехал. Ну, слава богу. Можно, смотрите, можно и здесь выйти. Можно и здесь. Ну, давайте здесь выйдем. А-а-а. Все. Давай, вот так вот. Есть. Так. Опа-на. Так тебе. Замочил. А что это за хрень? Заражен как будто. Ну-ка, ломается? Эх, жалко, не ломается. Я думал, какие-нибудь секретные локации будут. Это хорошо, что я здесь вышел, да? Я чисто случайно так прикинул. А оказывается, пулемет. Вот был бы номер бы, если бы я вылез бы. И меня бы расстреляло бы к чертям собачьим. Вау! Так. Есть. Еще раз. Все. Давай, 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 давай. Заразить его. Ой, там яйцо. Смотрите, там яйцо. Его бы подобрать. Так, со смартганом. Куда нафиг пуляем? Так. Ну ладно, у меня против огнеметов... Неуязвимость. Давай. Ах ты, зараза. А, вот, смотрите. Кстати, вот хвостом контратака, это вообще просто, знаете ли, он им размахивает, как Кратос со своими клинками хаоса. Ей-богу, у него радиус такой.
Не знаю, может быть даже побольше, чем у хищника. Хотя у хищника есть кнут с дополнительным эффектом. Его тоже можно будет глянуть, естественно. Но он как-то визуально не ахти выглядит. Но здорово напоминает мне времена «Принц Персии», «Два трона». Замечательная игра. Просто превосходная, как и вся серия, в принципе. Так, ну вот куда-то мы идем. Только что у нас... Ой, блин! Так, ну тут понятно. Он, короче, там нас ждет. Ага, смотрите. Вот я сейчас чувствую, вылезу. Ой, что-то так подсвечено, недобро. Ой-ой-ой-ой-ой. Так. Так. Газуй, 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 газуй. Господи, как мы прыжками. Нифига себе он несется. Так. Ух ты, куда, а, свалили. Смотрите, какая тема. У нас типа босс тут. Недурно. Так, что делаем? Опа-на, видали, да? Отламываем, отламываем. Так. Так. Да чтоб тебя. А, ну ладно. Блин, да не на того кислотой. Во! Все. А смотрите, здоровье-то восстанавливается. У меня, походу, еще и регенерация стоит. Скрытый эффект есть у этой брони. А может быть, у чужого и так регенерация проходит. Но как будто есть эффект, реально. Так, ой! Блин, всех бьют. А, смотрите. Нет, смотрите, реально восстанавливается. Ничего себе. Еще и регенерация, прям как у хищника Берсерка. А, ну теперь-то и понятно, откуда все это вытекает. Короче, у всех, у кого приставка Берсерк, это увеличенная скорость. Броня — самые лучшие показатели. Ну как, не самые лучшие. Но вот регенерация — это вообще просто решает все. Так, и чё? А, ну понятно. Так. Давай, 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 давай. Во. Давай, ломай. На! Так, а еще осталось одно. Кстати, видали, да, он по мне попал, а мне как бы пофиг. Вообще насрать. Давай, да куда ж ты, ядрёно вошь, а? Ну что вы мне предлагаете, это что ли взорвать? А, походу да. Блин, тут нахер башня рухнула. Мы сейчас эту площадку всю раз... А, все, он и так разлетелся. Нормально. И куда ты провалился? В какую-то яму, в бездну. Улей, что ли? Хм. А походу, что да. Походу, что улей. Реально провалился. Что у нас там с заданиями-то вообще хотя бы? Ох ты, елки-палки, ничего себе. Тут у нас еще миссия чужого намечается. Десантники что-то установили защиту. Короче, давайте запустим, посмотрим. Нам что-то жуть. Защиту в этой каменной локации... Проберитесь через горы, убейте боевых андроидов и зачистите большое здание десантников. Но берегитесь, там, короче, на всякое движение обращать внимание. Похоже, что-то смотрит и наблюдает. Как бы наблюдает и ожидает. Ну, понятно. Здесь, видимо, хищники будут. Интересно. Нифига себе, какая локация. Нормально. Тек. Тек, тек, опа-на. Пам-пам-пам-пам-пам. Блин, забавно ты. Вау! Вау! Иди нахер. Смотрите, смотрит. Пошел ты. Так. Есть. Не двигаемся. Черт, да как ж так-то, а? Он реально отслеживает меня. Так. Все. Да достал ты. Блин, смотрите, какой-то хищник сидит. Вот сидит и наблюдает, а, засранец. Так тебе. Как мне режим ярости активировать? Во. Да давай ты лупи уже. Смотрите, охренел, в блок пошел. Опа-на! А этот рычит, засранец, а? Все.
Так. Нормально. О, ярость доступна. Какая-то дикая ярость. А. Ползем. За нами наблюдают. Слушайте, не дурно так. Мы сейчас, видимо, к нему подкрадемся, да? Слушайте, вот эта вот ярость вообще интересная тема. Надо попробовать. Ее надо и прокачать еще. А что там у нас? Там долбанные, мать их, пулеметы. Да чтоб тебя. Есть, все. Так. Ах ты, елки-палки, они же... мы же не на одной стороне. Все. Так. Опа-на. Дабл килл. Фу. Хищники-то взяли под контроль чужих, а вот мы как бы не подконтрольны. Мы какие-то прямо вот спецагенты. Естественно, у обычных чужих нет против нас шансов. Ах ты, зараза. Так тебе. Опа-на. А его нельзя порохнуть. На него не действует этот приемчик. Так тебе. Ах ты, скотина, а. Нет, тут, кстати, вот сейчас так можно посмотреть, что, в принципе, мы как бы одного размера. Ну, может быть, чуть-чуть наш побольше, и то из-за башки. У нас такой даже не совсем и воин. О! Красава. Ах ты, нормально, обмен ударами-то, а какой. Так тебе, еще раз. Смотрите, что делает, а. Да смотрите, бьет, а. О, уровень здоровья вырос. Тьфу на тебя. Зараза. Тьфу на тебя еще раз. Так, смотрите, убегает, убегает, а. Блин, а сваливает. Ах, ну ладно, сейчас я до тебя доберусь. Ох ты. Смотрите, дроны подперли вместе с этими. Блин, вы что, вместе теперь, что ли? Отвалите вы от меня нафиг. Ух ты, я и чужого пополам рубанул. Так. На, контратака. Втащил ему разок. Давай, 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 давай. Где ты там? Ну, давай подеремся. Вау. Так, есть. Давай, вот так вот. Все. Сюда. И давай-ка заразить на него. Прям на маску ему нацепил, но, в принципе, уже... уже и не важно. Все, вот так вот мы замочили хищника. Охотился, охотился. Но мы оказались ему не по зубам. Еще бы, это ж не на людей охотится. Чекпоинт, забавно. Что на этот раз против нас? 20 хищников. Во, еще один. Нормально, мы постепенно прорываемся. Тут как бы все одним сюжетом связано. Так. Так. Есть. Еще раз. Ах ты, зараза, а. Опаньки. Опаньки. На. Ткнул. У нас еще такой хвост, прям как будто кинжал. Скрытый клинок, да? Мы, походу, из Альтаира вылезли какого-нибудь межгалактического. О, поперли. Причем какие-то уже покрупнее. А, это войны. Нормально. Да идите вы нафиг, а. Еще раз тебе. Да сдохнешь ты или нет, а. Да сдохнешь ты или нет. Ярость доступна. Ну чё, драться будем? Давайте-ка ярость активируем. Опа-на. С каждой атакой восстанавливаю здоровье. Получаю на 30% меньше урона и наношу больше на 30%. Все, башку отгрыз. Еще так проживал, сглотнул. Приятного аппетита. Так, да давай ты скачи уже. Еще чекпоинт. Кто у нас там будет дальше? Это, конечно, интересно. Так, смотрите, там пулеметы. Дело недоброе и идти в открытую. Так. О. Что делаем мы вообще? Я что-то вообще ума не приложу. Нахрена мы так пошли? Нет, мы могли бы спуститься, там вроде как был вариант. Но это вообще...
собственно, не вариант. Ой. Так. Давай, во. Во, нормально, видали, да, с наскока. Вот хорошо, что я его прокачал, да? Я просто могу вот, с наскока нападать и все. А тут, походу, единственный был путь, как бы. Ну, погнали внутрь. Как мы сюда пролезли, не знаю. О! Хорошо. Больше врагов. Так тебе. Давай, можешь стрелять, сколько тебе влезет вообще. Опа-на! Рубанули. Ой, еще одного. Хорошо. Только так рубим всех направо-налево. Так. Давай. Ах ты, зараза, почему казнь не прошла? Я ведь хотел казнь сделать. Ну ладно. Опа-на! Так тебе. Сдох. Опа, перли, а. Да сколько ж вас тут. А, не против огня, а сопротивление, чувак. Можешь сколько угодно пытаться. Мне как-то равным счетом насрать. Куда ты? О, смотрите, сваливает. Ну-ка. Фу! Во! Нормально, да? Представляете, реально бы чужий хищник так бы озвучивал свои действия. Нормально, да? Смотрите, как все закончилось. Крик такой, и лицехват на Харю цепится, и все. Конец сходу. Ну, здорово. Замочили мы хищников, людей, всех порубили. Просто замечательно. Ну и думаю, тогда давайте здесь мы на этом закончим. И продолжим уже, как обычно, все в следующей серии. Спасибо, что смотрели, ставили пальчик вверх. С вами, как всегда, был Андрей Доцент. Всего хорошего вам, крепкого здоровья и приятного настроения. Всем пока.